дедушка на стол говорит. Я знаю, чтобы у папы и у мамы было хорошее настроение. А я? Ну и у тебя. Кастро в роли Марианны и мамы Чоли. Ты что творишь-то? Ну, зачем ты это делаешь? У меня сейчас тушь потечет, честное слово. А? У нас паровозик. Это наш праздничный стол. Правда, не все сюда влезло. Вероника у нас потребовала печеночный тортик. Хоть кто-то у нас печенку ест с детства. И какая у них сегодня причесочка, просто вот идеально. Наверное, часа три побыла в бегудюшках, вон какая красота, да? А что с черепахой-то случилось, Марин? С черепахой. Она рухнулась у нее по коже с головы. Слезла кожа? Да, вот так вот. И прям около глаза ее даже... А когда ты увидела? Уже потом, что ли? Или... Нет, я прихожу, ее нигде нет, еще, да она тут валяется. На полу? То есть она из аквариума вылезла? Нет, она вот тут была, я ее в зале здесь на подушку подставила. Ну вот, а что ты? Так я думаю, в аквариуме. Ой, какая тяжелая тарелочка, ну-ка, Ника, давай. Что, руками ее? Бери, как удобно. Это не все разваливается. А тебе нужно это соевый соус? И бери, как удобно. Значит, они, наверное, свежеприготовленные. Ну, в меня только. А с этой стороны? Сейчас, как всегда, мне в тарелку прям хлопушкой. А, вот тут вот низко. Наверное. Просто натяни, да, до упора. Нет, страшно. Быстрей. Ой, как там мало-то всего. Страшно. Ника, поближе подходи. Вообще даже до елки не долетела. Трыш. Давай еще. Не страшно, а рука давай. Не оторвется? Нет, не оторвется. Поближе подходи. Ой, у него получше, да. У Ники получше получилось. Здесь у нас всякие хлопушечки заготовлены. Да, вот эти уже использованы, кстати говоря. Так что не надо на них смотреть. Дай. Давайте я попробую взорвать вас. Давайте, держите. Я варить знаю. Так, у меня самая маленькая. Там, наверное, вообще ничего не будет. О, боже! Нету. Нет, там высыпалось, но там высыпалось, какая дымовая. Вообще ничего нету. Понятно? У меня самое мощное было. Я не знаю, что вам зачем оно было громко. Что-то все вниз, Ника. Что за пламя на елке? Сейчас все будет. Не надо ничего, пусть уже поесть. Ну все, успокоилась, Мария? Давай потом остальные с папой. Это папе какой-то позвонил. У нас еще есть хлопушки. Давай за мной. Давай, за мной, Марин, тебя там не видно, Марин. Ника там все уминает. Никуська вон там, не может быть. Быстрее. Тебя не видно, Марин, ты где? Так тут. Марин, ты где? Как тебе песенки? Это песенки из нашего детства. Я так вижу, может, тебе некоторые песенки понравились. Давай, ноги я не снимаю, там свои ноги вот так.
это снимем, детскую вашу. То я даже детскую не сняла. А, лучше не надо. Вот, смотри, здесь тоже елочка, какая красота. Гирлянда. Ой, там смотрите. А это нет, это где-то за домом, нам не видно. О, видишь отражение в окнах вот там? Да, я вижу. Блин, за домом огромный салют. Там только вот можно было в отражении увидеть. А что вы не включили этого? Что они не включили Мишку? А-а-а. Мишка как у вас включается? Ну там, на пинечку. Включи Мишку. А вот где? Я тут. Что мы уже все истанцевали, салют сняли, Ника, а тебе позвонил? У меня чуть инфаркт не случился. Какая красота. Фоткайте меня. Красоту испортила. А давай свет выключим. Ой, как здесь? Ой, извиняюсь, причесочку испортила. А, черепаха. А можно погромче сделать музыку, нет? Ну да, чтобы тебя забанили. А я потом сверху наложу другую музыку. Где? Где у вас пульт? Все были в кадре. Иди, Ника, еще к нам в кадр. Иди. Сюда! Да, иди. Я Марин, взял. Тоже дай руку Веронике. Ой, еще все были в кадре, пошли. У нас паровозик. Работала даже, получился. Маша, блин, рукой, так ты там, у тебя там закончился паровозик. Подожди. Сейчас снова, да, давай стул снесем, да. Аккуратно, аккуратно, Марин, не силой. Помню, Марин, что здесь вот так резинцы, я в диван ударилась. Марин, делай. А сейчас об стол. Ой. Ну где тут чебупельчик лезет? Я сумочка чипую. Я сумочка чипую. А она скрепкая, потому что она порвалась. Не порвалась. Вот она, она скрепкая. Ну вот. А еще внизу она тоже... Наверное, много денег туда положила. Да. Видишь, это песня 1998 года. У меня много чего там лежит, конечно, но... Скрываю, что у меня там, конечно, 15 тысяч. Вообще 15 миллионов. Марин, возьми их там, где ты стоишь, бокал. Давай, Вероникушка на стол говорит. Я знаю, что у папы и у мамы было хорошее настроение. А я? Ну и у тебя. Точно. У всех было хорошее спасибо. Настроение. Спасибо. Спасибо. Еще при мне. Два. Видишь, какая она мощная? Она и самая маленькая и самая мощная. Нормально. Ну она вообще такая страшненькая. Давай вот эти вот, у меня не получается. Да ни у кого не получается вот это. А может надо пленку снять вот эту верхнюю? Короче, вот эти хлопушки-то стрёмные. Они вообще очень плохо взрываются. Я не снимала, потому что хотела фотку сделать. И в итоге... Маленькая. Хочешь петь? Ее все поют. Раз ты знаешь. Да. Все, у меня... Да вы издеваетесь от этой хлопушки, что это хлопушка. Вот так. Не в наёлку сыпь. Есть за горами, за лесами. Смотри, сними дым какой от нее. Такая малюсенькая, самая маленькая и самая мощная. Но все равно полосы самым красивее. Да я погоди. У нас паровоз. Меня YouTube.
забанит. Ютуб забанит мне эту песню. Это видео забанит. Придется сверху накладывать. Марина оценила, Кайметов рулит. У меня с эффектом. Девчонки, давайте с эффектом, Мика. Вот Ника. Ника. Дедушке Морозу подарочек. Ой, спасибо. Меня, становись прохожим. Ой, опа. Давай папу посмотрим. Так папа сказал, что у тебя есть. Что книжка. Такой в первый раз в жизни вижу. А что, врёшь? Не бачу такой. Она с рецептом, что ли? А я не открывала. Так называется, что внутри, не знаю. Это, да. Будешь готовить, френдс. И тигра. И тигра. Спасибо. С праздничком, с Новым годом. Спасибо. Давайте, девчонки, теперь ваши подарки от Деда Мороза. Ой, дедушка постарался. Садитесь, что вы? Это от бабушки Ларисы. Вот эти пакетики маленькие от бабушки Ларисы. Кто это? Это намек, что ли? Это, кстати, кто не знает, это брендовый пенал, такой брендовый. Он немало стоит, немало. Да, у меня там не видно. Вы там откройте на полу, вам наверное, неудобно. Не, мне неудобно на полу. Ну, давай здесь. А, ты на полу можешь? Марина, пенальчик у Марины. Какая красота. Фигурка аниме. Тоже кто не знает, это из аниме, которое Марина любит. Так, я не успеваю снимать. Дай посмотреть, тоже я не видела. И качественная книжка, такая бумага дорогая. Пахнет. Это уже прям какой-то, а там прям много фото? Это реальный рецепт. Лапша с ягненком. Все. Так, я не успеваю снимать. Вероники, что? Вероника, покажи. Это так, это зайка и блокнотик у Вероники. Что еще? Пенал. Пенал у Вероники. Смотрите, тоже зайка. Это у бабушки Ларисы. Да, что надо сказать бабушке Ларисы? Спасибо, Марина. Это что, Игорь? Спасибо. Я не видела. Открой, я не знаю. Не, ну это карту, да? Это карту, но я не знаю, с каким аниме. Это тетрадь смерти. Это все подарочки, кто не знает. Не просто там какие-то карты, не просто там какой-то пенал, а это все. Да. Да, то, что по увлечению. Это тетрадь смерти. Это тетрадь смерти? Да, две чиновки. А тут байки Зордан еще. Не знаю. Зордан из каждой серии, что они ели. Сезон 4, эпизод 19. У меня такие тонкости. Бублики, утро. Значит, это книга-то по любимому сериалу, который мы смотрим всей семьей, мы любим. Это молодежный, да? Наверное, для всей семьи считается. Мам. Да, да. Да, конечно, зайчиком. Да. Еще от бабушки Ларисы еще вот тоже идет. Я не по порядку рассказываю все. Но вот это все от бабушки Ларисы. Мне кажется, это Вероники, нет? Да, это пакет Вероники немножко перепутано. Вот, с перчатками Марины. Вот, значит, Марина немножко перепутана. Это из клинка. А, я думала, где-то я ее видела, а потом да, Мицури. Это тоже Мицури.
Слушай, кстати, новая маска, познакомьтесь. Бабушка там все это в Орле пугалась масок. У нас теперь новая маска, вот такая черная. Перчаточки у Никуси. Анимешные значки Марина коллекционирует. Да. А это для рисования красота, блокнотики. Это что реально? Там еще? Это реально? Это, ну это я не знаю, что это. Это реально? Нет? Это не техника. Что, реально? А я не знаю, я про что-то подумала, реально. Маркеры? Да. Потому что наши рынки. А у меня вообще... У меня что-то 100 рублей лежит. А ты именно про маркеры подумала? Я думала, ты можешь купить технику. Нет, подумать. Потому что это популярная фирма, она хотела еще помочь. Да, я-то не знаю. Так, у Марины... Я? Что? Что? Промолчали, снимай экран. Девочки, приготовьтесь плакать. Я сейчас буду просто называть имена, а вы будете рыдать. И опять про своих бывших. Ну, нельзя так, деточка. Дим, вот просто стой и слушай. Это действует как заклинание. Итак, архитектор Минди Сабаль, Рахилио Гера в роли Луиса Альберто, а? И Вероника Кастро в роли Марианы и мамы Чоли. Ты что творишь-то? Зачем ты это делаешь? У меня сейчас тушь потечет, честное слово, а? Это первый канал, это богатые тоже плачут. Это 91-й год, я смотрел. Я смотрел, я потом рыдал полночи под душем, обхватив волосатые коленки. Я не железный, в конце концов. Я какой не железный? Ну, кожаный. Я кожаный. Да, Димуль, я ж понимаю, плачь, мой дорогой, это нормально. Это была, правда, целая эпоха мексиканских сериалов. А для счастья тогда нужно было просто нажать кнопку, ну, правильного канала. Ну, конечно. Нажми на кнопку, получишь... Нажми на кнопку, группа технология! Охуеть, технология-то, блин! Про богатую кучу говорить технологии. Это то, что надо. Я прослушала, да? Стойте, мам, не хватает. А что там говорили? По этим 90-м фильмам говорили о маме Чоле богатой. Не показывали. Да, говорили просто, что по сериалам «Богатый тоже плачет», мы очень любили. В детстве, в молодости. Такой себе. Это там. Я можно тоже что-нибудь нарисую потом? Да. А, кстати, Вероника, Марина, я у тебя же еще не сняла. У тебя еще был блокнотик какой-то, а я его не сняла. Так, вот это нет вроде? Нет, я видела не этот блокнотик. Нам потом придется вот присмотреть. Нет, мне не снимать. Только сразу не надо его портить, там сейчас сразу маркером. Ой, да конечно, сейчас это испортится. О, Ника, только ухо. Итак, я что? Ника, сделай еще раз. Тебе еще меча не хватает. Это что такое? Ты Вероника заказывала. И еще это фи-фи. Фу-фу-фу. Меня угостишь? Фу-фу-фу. Не знаю. А я угощу. Да. Так, пока открою, пока папа подсмотрю. А теперь я хочу открыть. Да. Такую бы книжку бы современную дату. Еще по тем другим сериалам, которые мы любим. Острый огуречный салат. Чесноком. Я буду открывать зайчиком. Что там? Аккуратно. Подожди, Никусь, я сейчас тебя сфотографирую. Ладно, Марина, откроет сейчас. Так, аккуратно открывай двумя пальчиками. Очень серьезный момент. Не потерять чуть ничего. Эл не вывалился, вы что? Так, давай я покажу. Это персонаж из очередного аниме, которое Марина смотрит. Мы сейчас, кстати, в процессе. А, вот это аниме, кстати, тоже я смотрю. Ну, и что, как сюжет, ничего так. Ничего такое. Еще упаковано, да, тут в коробочке. Нет. Это все только не это. Так, тоже первый. Только не. Ой, не все поймут. Тут даже правила написаны. А там на русском написано? Нет. Ну, на так... японском? На... Да. О. Где-то тут это, наверное, написано. То, что он писал.
Тихо, да не мни ты. Объясняю для тех, кто не знает. Это, вот, помнишь, он нарисовал вот это? Это из аниме «Тетрадь смерти». Ну ладно, все, я открываю тетрадь. Всех, кого записывают в эту тетрадочку, тому капут. Это вот все записи, которые главный герой делал в свою тетрадь. То есть всех, кого он записал, все скопытились. Анимешка. Анимешка. Вот еще закладочка, пожалуйста. С L. А у мамы тоже есть подарочек. Наконец-то мама будет с нормальными наушниками, а то на предыдущий подарок я села. Немножко села, немножко это, наушники потерпели эту неудачу со мной. Конфетки. Это интересные конфетки, красивые. Это Рафаэла? Нет, это не Рафаэла. Ну, не Рафаэла, а я не знаю, как называется. Да, золотая, вот эти, которые. Так, это тоже? Да, я не знаю, как называется. А как они там внутри? Неизвестно. Не трогай, ты чего? Еще Бога смерти Марина, увидишь. Не связывайтесь. Увидишь Бога... Я вообще не к ней. Конечно, рукой потронулась. А у нас салюты. Салюты в разгаре. С Новым годом! С Новым годом! Я опоздала немножко. Мы открываем подарочек. Какой? Мама, ты будешь? Вот, ну да, открывай, я так немножко снимаю. Ой, ну что, я сюда добра? Ну да, ой, стой, там инструкция. А нет, а да. Ну без нее нам никак. Коробка, конечно, красивая. Нам нужно все пересобрать. Короче, папа у нас против всяких ужас. Таких ужастиков. Как кладбище в доме. Ужас. Да ничего не будет. Папа не любит всякие страшилки у нас. Не поддерживает. Так, не куси, здесь более радужная игрушка. Да. Просто бойтесь этого человека в маске. Как зовут-то вас? А, не ускрой. Всей семьей собираем зайца. Мои нервы уже не выдержали. Теперь папа взялся за зайца. И откроем пенальчик. Ну, пенальчик. Мы теперь всю ночь будем собирать зайца, Вероники. Я тебя уже 2 минуты, уже 30 точно собираем. А пчелапы-то они же входили. А все не входят. Сейчас у тебя закончится терпение, я буду опять по очереди, пока не соберу. Спасибо, Никушка, за вилочку. Хотя, как я к вам должна теперь обращаться? Не знаю. Мистер Чебуми. Папа все мучается зайцем. Вероника, давай-ка сама собирай, а зайца своего. Новым годом! Мне ему скользко по этому полу. Скользко, скользко. Надо что-то такое. На диван. На диван здесь тоже смотри. Сейчас упадет с дивана. А у нас уже чаепитие. Вот такой тортик с Новым годом. И любимые пирожные у девчонок. Свет, выключайте же, это же это самое. А что вы тебя выключаете? Пусть она тоже мигает. Как вы включите? Сначала ей. Мне тоже, дайте мне тоже штучку. Спасибо. Что-то так слабенько горит. У меня вообще всегда слабенько. В том году поярче была. Марин, давай. Ника, дайте. Марин все боится, что у нее упадет. Ничего не боится. Нет? Не, не боюсь, ничего. А
надо на нее дуть, чтобы она потушилась? Нет, она же сама пучится такая. Я отрезала, поспешила. Леша хотел ставить сюда эти фейерверки. Марина, иди сюда еще дуть. Марина не Это фотки, Марина, я фотки попросила. Все, фотка, вы снят, сейчас погаснет. Вот так, чтобы не было немножко пореже. Выставка кошечек. Вот тут такая вот. Обмен приветствий. Он спал? Нет, в коридоре ходить. Я хочу такой маленький, мягенький. Смотрите, сколько конфетти осталось на полу. Хлопушки, конечно, были простенькие, но конфетти так достаточно. И на елочке, и здесь украсили комнату. А у нас тем временем 1 января 2022 года. Ну что, друзья, наш Новый год подходит к концу. Сейчас уже 5 часов утра, поэтому мы будем ложиться спать. Дети, конечно, спать не хотели ложиться, но мы их все-таки заставили. У нас за окном тоже все умолкло, все уже легли спать. Наверное, где-то 3:30 уже замолчали салюты. Ну, мы даже как-то долго продержались. Смотрите, у нас уже все спят. Муська отрубилась. Там даже непонятно, где ее мордочка. А Бакс все-таки без задних лап. Да, спит. На календаре тем временем уже 1 января. Так что встретимся с вами уже завтра в новом году. Буду всем говорить пока-пока. До новых видео.